нас сьогодні завітала голова правління Миколаївського товариства єврейської культури Поліна Рискар. Вітаємо вас. Здравствуйте. Дуже багато разів до нас приходили представники вашого центру, вашого товариства і розповідали про діяльність волонтерського центру. Ми бачили у соцмережах фото світлини, де дійсно бачимо, як ваші співробітники, учасники вашого волонтерського руху допомагають літнім людям, як можливо навіть матеріально, так і більш духовно, якимись вечорами, розмовами, допомогою. Розкажіть нам, будь ласка, про самодіяльність їх. Вы знаете, Яночка, тут как бы корни уходят очень далеко. Потому что в этом году, вот как раз в июне месяце, Обществу еврейской культуры исполняется 27 лет. Это большой срок, это большой возраст, особенно для организации, работающей и развивающейся. И я хочу сказать, что вот 91 год, когда это все только задумывалось, это было в чистом виде волонтерское движение. Потому что начинали его энтузиасты, люди, которые верили в то, что они делают, не имея никакой материальной базы, никакой поддержки, как бы денежной. Абсолютно тогда просто слово «волонтер» не было модным, ну, не было таким популярным. Вот именно энтузиасты. Это люди, которые хотели передать, хотели сохранить историю, культуру, традиции своего народа и поделиться этим с народом. И главное, что была аудитория, которая хотела это слушать. И предоставлялась библиотека и руководство библиотеки именно имени Кропивницкого, предоставлялось помещение. Это тоже абсолютно волонтерское было действо. И поэтому, когда 3,5 года назад у нас открылся волонтерский центр, мы просто, нам было легко, потому что мы всегда занимались этим. И единственное, что мы, конечно же, с открытием волонтерского центра, мы расширили свои программы, структурировали их, они не были такими стихийными. У нас появились координаторы волонтерского движения, потому что программ у нас сейчас на сегодняшний день работает более 20 различных, которые рассчитаны на разновозрастные категории. Точно так же у нас волонтеры тоже есть разного возраста. Вот, например, очень такое яркое движение, которое называется у нас проект «Крылья доброты», вот такое название красивое. А в простонародье, чтобы было понятно, это пожилые пожилым. Это очень важно. Почему? Потому что есть категория людей, которые абсолютно отрезаны от повседневной жизни, от социума, от общения, в силу своего возраста, в силу каких-то заболеваний. И им просто не хватает человеческого общения. Какая-то медицинская помощь присутствует, но это все не то. Это профессиональная помощь, люди выполняют свою работу, а разговаривать, просто выпить чашку чая и поговорить о том, что какая, ну, попросту погода за окном, им не с кем. Они одинокие, пожилые люди. И поэтому вот эта категория наших активистов, волонтеров, такого взрослого, скажем, возраста, к ним прикреплены люди, 2-3 человека, пожилых людей, которые не выходят, бывают просто лежачие люди, больные. Они к ним приходят просто поговорить, вот просто поделиться сегодняшними новостями, то, что и происходит. Это колоссальный внесок. Это очень-очень-очень много, это дорогого стоит, и их ждут, и это очень востребовано. Пані Поліно, дійсно, ваш волонтерський центр показує, що похилий вік – це не щось страшне. І взагалі люди з набуттям поважного віку думають, що життя вже закінчилося. В ньому немає веселощі, у ньому немає енергії, немає чогось цікавого. Ви повна протилежність цього дійсно міфу, тому що, слідкуючи за вашим життям, ми побачили і за розповідями ваших знайомих, ми бачимо, що ви настільки активна людина, що навіть більшість молоді і юнацтва є чому вас повчитися.
вы знаете, с одной стороны да, с другой нет. Понимаете, какое дело? Я росла в семье, в которой никто не уходил на заслуженный отдых. То есть вот никто не ждал прихода пенсии, чтобы вот придет пенсия, и мы наконец-то отдохнем. Мой дедушка, заслуженный врач, в то время это было очень почетное звание, заслуженный врач республики, он работал до последнего дня, ушел из жизни в 86 лет, абсолютно светлая голова, и он вчера, к примеру, готовился к какой-то очень важной научной конференции. То есть мама моя медработник со стажем 57 лет. И, в общем-то, и я сейчас оказалась в такой ситуации, что я... Это моя жизнь, по сути. Я себе другого просто не представляю. И так как коллектив мой сейчас очень сильно помолодел... Вони заряджають вас енергією. В общем-то, да. Это всем полезно. Не можу оминути тематику вашого зовнішнього вигляду, тому що у багатьох людей стереотипна бабуся сидить в окулярах, така у хустинці, у халатику. Ви виглядаєте як молода жінка з макіяжем, у модному одязі, з гарними прикрасами. У цьому також вас надихають ваші молоді колеги, чи, можливо, стиль – це те, що варто пронести по життю? Ну, ничего специального я для этого не делаю, и я не очень хороший пример для подражания, потому что я не веду очень правильный и здоровый образ жизни, я пью много кофе и ложусь поздно спать. Да, так сложилось. Поэтому, ну вот так выходят, наверное, гены, наверное, я не знаю, наследственность. Ну и то, что я как бы все время с людьми, і нет времени просто остановиться. А ось цей ваш постійний насичений графік, ви постійно щось робите, у вас постійно якісь події, заходи. Чи не буває такої миті, що будь-яка людина може втомитися? Звідки ви берете сили для того, щоб відкрити друге дихання? Ну, чесно скажу, у мене дуже велика мечта пойти в відпуск. Я надіюсь, що це свершиться. А вот, ну, а если серьезно, ну, стиль жизни. Это стиль жизни, и просто я иначе и не представляю себе другого. Що б ви могли порадити нашим глядачам для того, щоб залишатися завжди молодими у душі і слідувати за часом невпинно, дійсно не боючись того, що варто дочекатися якогось відпочинку заслуженого, варто ще чогось? Ви знаєте, Іночка, вот у меня, например, есть мечта, я все-таки думаю, что это сбудется. Я хочу научиться кататься на велосипеде. Так сложилось, что мое детство прошло без велосипеда. Я была не спортивный ребенок, и мои родители, видимо, решили, что лучше пусть ребенок занимается музыкой, а это подождет. И даже мои сотрудники, как ко дню рождения, знают мою тайную мечту. Они мне устроили почетный круг на велосипеде, держали несколько человек. Но это было очень здорово. Да и сын мне говорит: мам, ну ты же как-то жила все это время без велосипеда. Ну это все шутки. Конечно, нужно иметь цель. И нужно идти к ней. И нужно верить в нее. Так как это происходит, в общем-то, у нас каждый день. Если есть еще минутка у меня, я хочу остановиться, вот я говорила о пожилых людях в волонтерском движении. У нас очень-очень такая активная часть наших волонтеров – это родители и дети, которые включены в этот процесс, и я им очень благодарна, что они отзываются и идут всегда навстречу. У нас очень много проектов именно для этого возраста. Это и восстановление исторического интернационального кладбища, это и посещение, проведение шаббатов у пожилых, в домах у пожилых людей. Это идет прям семья, мама, папа, ребенок. К пожилому человеку вы себе не представляете, сколько радости они приносят этому человеку в дом. И мы же потом имеем обратную связь.
потому что они не успевают выйти за дверь, как нам уже звонят и благодарят эти пожилые люди. И очень большое внимание сейчас мы уделяем подростковой. Дети начинают там с 11 лет до 17, они тоже вовлечены в это движение волонтерское. Мы давно дружим с реабилитационным центром детским. Там непростые детки, которые требуют очень большого внимания и любви. И мы стараемся им это дать. Мы очень серьезно подходим к подготовке, к нашему походу туда. Мы готовим мастер-класс особенно тщательно, потому что должны быть материалы такие, с которыми эти детки могут справиться. Мы проводим там игровую программу. Когда видишь улыбку на лицах этих деток, ты понимаешь, что ты поступаешь правильно. И вот эти инклюзивные группы – это очень важно, потому что положительный эффект получают обе стороны. И я, наблюдая за нашими детьми, за подростками, которые приходят туда, они себя чувствуют хозяевами положения. Они взрослеют. Это те дети, которые... Это дети, это 13-14 лет, это те дети, которые хотят шалить, которые хотят играть в какие-то игры в телефоне или побежать, особенно мальчишки. Но когда они попадают вот в такую ситуацию, они чувствуют, что ответственность, и они чувствуют, что от них зависит очень многое. Это очень здорово, и мы это продолжаем делать, и я думаю, что наша дружба надолго. И нам очень благодарны. И тут это тоже очень большое имеет значение, что мы имеем обратную связь. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо за ваш яскравий приклад для багатьох миколаївців, тому що ви і члени вашої команди – це люди, на яких варто рівнятися, які змінюють наше життя на краще. Я нагадую вам, дорогі наші телеглядачі, що сьогодні до нашої студії завітала голова правління Миколаївського товариства єврейської культури Поліна Різкар.